Следующая остановка – метро «Бульвар Дмитрия Донского». Вас приветствует московский транспорт. Приятной поездки. Метро «Бульвар Дмитрия Донского». Следующая остановка – улица Грина. Улица Грина. Следующая остановка – Первая Мелитопольская улица. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай их, сообщайте водителю. Первая Мелитопольская улица. Следующая остановка – поворот на милицейский поселок. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Поворот на милицейский поселок. Следующая остановка – улица Маршала Савицкого. Во время поездки держитесь за поручни. Улица Маршала Савицкого. Следующая остановка – Захарьинские дворики. Захарьинские дворики. Следующая остановка – Железнодорожная улица. Железнодорожная улица. Следующая остановка – Захарьина. Захарьина. Следующая остановка – улица Брусилова. Улица Брусилова. Следующая остановка – улица Брусилова, дом 21. Улица Брусилова, дом 21. Следующая остановка – улица Брусилова, дом 31. Улица Брусилова, дом 31. Следующая остановка – Молодцовский проезд. Молодцовский проезд. Следующая остановка – Центр госуслуг. Вас приветствует московский транспорт. Приятной поездки. Центр госуслуг. Следующая остановка – улица Маршала Савицкого, дом 22. Улица Маршала Савицкого, дом 22. Следующая остановка – Ледовый дворец. Ледовый дворец. Следующая остановка – улица Маршала Савицкого. Улица Маршала Савицкого. Следующая остановка – поворот на милицейский поселок. Поворот на милицейский поселок. Следующая остановка – Первая Мелитопольская улица. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай их, сообщайте водителю. Первая Мелитопольская улица. Следующая остановка – улица Грина. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Улица Грина. Следующая остановка – метро «Бульвар Дмитрия Донского». Во время поездки держитесь за поручни. Метро «Бульвар Дмитрия Донского». Следующая остановка – Коктебельская улица, конечная. Коктебельская улица, конечная. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай их, сообщайте водителю. Всего вам доброго!